Привет-привет, друзья! С вами я, Кекс Мультипульт, и всем вкусняшек и мороженок. И сегодня новый эпизод по игре GTA 5 Аниматроники. Серия называется «Как кошмарные аниматроники спасали Фредди от телепузиков». Итак, ребята, новая серия и новые герои. Да, сегодня у меня кошмарные аниматроники, главный Фредбер, кошмарная Чика, кошмарный Фредди и... Зомби Фредди Фазбер, так. А я? Как же я? А, да, извини, Бонни. Ну извини, чё ты? Как вообще меня? Можно было вообще забыть про меня? Да ладно, успокойся, чё ты? Итак, ребята, смотрите, прежде чем я вам расскажу, в чём прикол, куда мы сейчас направимся, я сейчас загружу быстро аниматроников на рампу, на... вот эту рампочку, так? Опять эта дурацкая рампа! Как она мне надоела! Так, Бонни, все не помалкивай, спокойно. Ты должен был уже привыкнуть, держитесь! Ребята, держитесь! Да держитесь же, я говорю, Чика! Ладно, опять минус два аниматроника, ничего, так? Разгон! Вообще-то я уже не боюсь! Мы просто чуть-чуть подрыскиваем! Ладно, Бонни, сиди молча. Так, разгон. Полетели. Пожалуйста, на колеса. Ой, надо было мне сесть за руль. Бонни, сиди, ну пожалуйста, помолчи, прошу тебя. Да просто мы на колеса встали. Да пожалуйста, помолчи, на колеса. Эх, молодец, Фредбер, молодец. Отлично, итак, я начинаю, ребята. Короче... у той Фредди украли маленького аниматроника Фредди вместе с Соником. И Чика, кошмарная Чика, узнала, где это находится. Она рассказала аниматроникам, и они приехали на фабрику. Мама, да, и сюда злые телепузики притащили Фредди малыша. Капец! Я боюсь этих... телепузиков! Да не телепузиков, Бонни, а телепузиков! Ага, разница, они страшные! Ладно, ребята, тихо, давайте со мной, только тихо! Да и так тихо! Я боюсь этих телепузов! А я не боюсь! Молодец, Фокси, молодец! Так, ребята, только тихо! Давайте за мной, передвигаемся аккуратно! Чтоб нас никто не заметил. Ну хорошо. Так. Ребята, там злые клоуны. Злые клоуны, блин. Да, что будем делать? Так, да, ребят, что меня окружили? Ой, извини, Фредбер. Короче так, я знаю, что делать. И что будем делать? Короче, мы должны на них напасть. Их много, и нас много. Внезапность — это наше оружие. На раз, два, три, погнали. Хорошо, да. Ладно, хорошо. Раз, два, три. Погнали, ребята. Да. Вот тебе, получи, клоуняра, получи. Аниматроники. О, блин. Вот тебе, гадкие клоуняры. Я тоже их не люблю. Получите. Давайте, ребят, гасите клоунов, только тихо. Какой живучий. Получи. Получи, не вставай. Вот тебе, гадкий противный. Получи. Вон еще один Фредбер. А, еще один, я вижу, вон он спрятался. А ты что тут стоишь? На, получи. Куда ты лезешь? Вот тебе. Получи. Так, ребята, только тихо, за мной! Так. Фредди, а чё там? Чё там, Фредди? Ребята, там ходит пила. Этот ужасный злодей. Продолжаем в том же духе, так? Получи, Майкл Майер. А вот тебе пила. Давайте, ребята. Получил. Молодцы. Вот тебе! Будете знать, как воровать аниматроников!
Ничего себе, а Момо продолжает свои грязные дела. Она опять здесь делает маленьких мамят. Вообще, какое ужасное место! Да, здесь очень страшно! Так тихо, ребята! Ух, ёлки зелёные! Назад, 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 всем назад! А что там? А что там? Да там, там крики злые! Ребята, продолжаем всё в том же духе. Быстро с налёту нападаем. Безоруживаем их. Так, так, так. Получи! Получите! Вот вам! Противные! Противные аниматроники! Получите! Вот тебе! Получи! Получи! Давайте, ребята, а где Бонни? Я тут и стою! Бонни, помогай! Да вы сами справитесь! Ладно, так и быть. Получи! Вот тебе гадкий крик, варюга! Получи! Получите! Получи! Молодец, зомби Фредди Фазбер! Идем дальше, ребята, надо найти... Ого! Сколько деньжищ! Давайте заберем их, давай! Да тихо, Бонни! Так, кто там? Кто ты, Фредди, кто? Да тихо, говорю, там сосед и балдит, сейчас я на них нападу! Раз, два, три! Получи! Аниматроники! Получили? Вот тебе, Балби! Откуда вы взялись? Получили же, не вставай! От верблюда! Да, понял! Ишь ты какой Балби! Получи! Лежи, не вставай, тебе говорят! Ребят, за мной, за мной, за мной! А ну стой! Ах ты какой! Балдишь, мистер, лысая башка, трепирашка, получил? Так, ребята, за мной, за мной! Вроде никого. Папа, помогите, кто-нибудь, помогите! Так, я слышу маленького Фредди. Только тихо. Я тоже слышу, где-то тут. Да тихо, Бонни, чё ты орёшь, говорю, тихо, говорю, тихо. Да тихо, я чё, я вообще молчу, я могила. Да замолчи ты, тихо иди. Ладно, чё, сразу кричать, да? Так, ребята, я кое-что увидел. О, вон эти телепузики, телепуздрясики. Вообще-то их побаиваюсь. Ну чё будем делать, Фредбер? Да, Фредбер, давай загасим. Сейчас, ребята, надо глянуть, сколько их. Так. Помогите, помогите. Так. Да. О, вон Фредди, я Фредди вижу. Раз, два, три, четыре телепузика. Сейчас мы их загасим, ребята, погнали. Да, погнали. Да, сейчас не получится. Бонни, что ты там делаешь? Да их выследил, за мной, за мной. За тобой, что ты не дерешься? Получи. Вот тебе. Гадкие телепузы, ворюги. Получи. Вот тебе, гадкий телепуз. Ой, ой, как больно! Бонни! Получите телепузы! Вот тебе! Вот тебе! Дядя Фредди, спасите! Мы тут с Соником сидим, помогите! Сейчас, сейчас! Сейчас, держись, мама, сейчас тебя спасем! Ой! Ох ты, гадкий телепуз! Вот тебе, получи! Молодец, Фредди, ну ты вообще крутяк! Получи! И ты получи телепузы! Лежи! Лежи, не вставай, говорю! Молодец, Фредди, зомби Фредди Фазбер! Давай, спринтрап! Вот тебе, получи! Сейчас я тебя спасу, Фредди! Дядя Фредди, спасите! Сейчас, сейчас, потерпи, сейчас, сейчас мы тебя спасем! Все, отлично! Все, победили! Сваливаем, ребята! Гасите телепузов! Гасите! Да они живучие, я не могу их убить! Капец! Ой, ой, ой! Ах ты, гадкий телепуз! Не трогай малыша!
Ребята, эти телепузики неубиваемые. Уходим, уходим. Вообще капец, я его дубашу. Дубашу, он живой. Погнали, ребята, уходим быстрее из этого злосчастного места. Ой, они меня нагуляли с Соником, они на нас напали и утащили. Они хотели нас разобрать на запчасти. Ладно, успокойся, Фредди, успокойся. Ребята, давайте за мной. Все, фух, мой свежий воздух. Все, ребята, отлично, все целы, невредимы. Да, все целы. Да, я целый. Да мы не тебя спрашиваю, я спрашиваю малыша и Соника. Да, мы целы. Все, побежали домой. В машину. Только быстро, ребят, быстрее. Да бежим, ты че? Подождите меня, забыли. Да жду я вас, жду. Залазьте, ребят, залазьте. Вообще, это было страшно. Давайте, ребята, давайте. Капец, телепузик. Вообще, ля, я говорил, они живучие. Получи, вот тебе телепузнятина. Сейчас мы тебе твою антенну вертолюдим. Получи, телепузик. Сейчас я тебе как дам. Давайте, ребят, давайте в машину. Садитесь. Я не могу сесть. Остановись. Давай, стреляй по нем. Зомби Фредди Фазбер. Испугался телепузнятина. Соник, садись. Я сажусь. Молодец, давай. Сейчас мы его догоним. Эй, тут телепузнятину. Да. Попробуй от нас, хоть убежит от нас, еще никто не убегал, да? Да, Бонни, да. Молодец, ты сегодня не сильно боялся. Ты вообще сегодня не боялся, ты че? Молодец. Вот телепузик. Сейчас мы его догоним. Стой, телепузнятина. Ух ты, блин, че? Решил сдрызнуть норку, стой. Получил, да? Фред был живой! Сейчас я развернусь. Сейчас он получит меня. Это телепузнятина. Давай, Фредбер! Да сейчас, ребята, подождите, получи! Бля, почесал! Ладно, пусть бежит. Да, пусть бежит, мы их не боимся. Бля, ребят, смотрите, машина как у нас, такая же точно, откуда взялась? Непонятно, так странно. Слышь, Фредбер. Чё? А это? А девчонка кошмарная. Да вон она сидит в кабине. Понятно, тогда все, вопросов нет. А куда мы едем? Домой едем, Бонни. Детей надо отвезти к той Фредди и той Чике. Понятно? Ну, понятно, я что-то Фредди уже 3 дня не вижу. Он из дома не выходит. А чё, заболел, да? Да нет, я ему звонил. У него там что-то ремонт какой-то, какие-то обои. А чё он нас не зовёт? Может, мы помогли ему? Не-не, он не любит этих дел. Он любит сам, спокойно, не торопясь. Слышь, Фредди? Ты чё, Бонни, чё ты... Можешь помолчать? Это... Я в туалет хочу, пожалуйста, остановись! Я пойду пописаю! Вот, Бонни, вечно ты, ладно! Пожалуйста, быстрее! Бонни, терпи! Вон туалет, выходи! Ребят, все, кто хочет там это, в туалет, все, давайте, чешите! Хорошо! Так, где малыши? Малыши, я вам скажу одну главную вещь! Чё, дядя Фредбер? Смотрите, вы гуляли далеко от дома, и поэтому вас похитили злодеи. Вам это понятно? Да, понятно, да. Какой вывод надо сделать, ребят, какой? Нельзя уходить далеко от дома.
Правильно, правильно. Ну, Боня, иди в туалет. Я хочу в туалет или нет? Нет, я не хочу в туалет. Боня! Я уже сходил. Я думал, тут за гаражами. Капец, вон туалет, и он за гаражи ходит. Ну ладно, ребят, если вам понравилась эта серия про кошмарных аниматроников, зомби Фредди Фазбера и Бонни, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите крутой комментарий. Ну а если вы хотите попасть в эти крутые рамочки, я поздравляю Фёстента, Максима Стародворского и Рустема Велиулаева. Ребят, ну спасибо вам за крутые комментарии. Я вас люблю, обожаю, обнимаю. Спасибо вам большое. Пишите комментарии. Чем больше комментариев, тем лучше, ребята. Чем больше комментариев, тем лучше. И есть возможность попасть ко мне в видосик. Все очень просто. А вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Люблю, целую ваш Мультипульти. А завтра новая серия про ваших любимых аниматроников. Завтра что-нибудь забудем с вами, ребята. И лайк поставьте, не забудьте лайк поставить, вы чё? Всё, покидова. Пока, пошёл читать ваши комментарии.